Страна рассматривает возможность введения комендантского часа, если ситуация с заболеваемостью на коронавирус будет ухудшаться. Министр здравоохранения Адам Недельский прогнозирует, что кульминация третьей волны пандемии может наступить около пасхальных праздников. Последние несколько дней заболеваемость превышает более 30 тысяч больных за день. Министр здравоохранения отметил, что если в течение этой недели динамика больных не улучшится, власти рассмотрят возможность введения комендантского часа. Многие страны уже приняли такое решение. «Мы учитываем все сценарии, как оптимистичные, так и темные», – признал министр здравоохранения. Недельский отметил, что состояние действительно критичное, и поляки должны об этом знать. Сейчас не время думать о том, как избежать введенных ограничений.